медали нашли героев. Сегодня ими наградили двух жителей Усть-Кулома за спасение погибающих на водах. Самоотверженный Николай Чуланов и Александр Нестеров в прошлом году спасли 5 человек. Оба героя – работники комитепловой компании. 1 17 мая вытащил из весенней Вычугды троих мужчин. Ровно через 2 месяца, 17 июля, Александр Нестеров спас несовершеннолетних брата и сестру. Девочка уже, как говорит, не подавала признаков жизни. Тогда он вспомнил, чему его учили в Сыктывкарском педучилище в начале 70-х. Схватил мальчика за шею и сказал: держись за мою руку, а другую руку крепче держи за волосы, чтобы она не потонула. Таким образом я лег на спину и одной рукой и ластами, ногами доплыл вместе с ними до берега, где сделал девушке искусственное дыхание и прямой массаж сердца, и она ожила. А еще спаситель обратил внимание на безучастность других, ведь в момент того инцидента на берегу было много рыбаков и купающихся, однако на помощь никто не пришел, думали, баловство.